Вы пидор. Вот мое заявление. Вот Вова, блядь, сейчас походу на бутылку присядем. Ой, поехали. Вы мне скажете, что он пидор, и это мое заявление. Все, я написал заявление. Что ты делаешь? Едут за нами. Да, он стреляет. Там я не стреляет? Да. Ой, меня объявили в розыск. Я в розыске, брат. Ты чего? Вова, держись, на бутылку тебя присядем. Вова, у нас маленькая машина, мне кажется, мы пройдем. Да, прошли. Здорово, братишки! У микрофона, как обычно, Реневал. В этом видеоролике, ребятки, я подготовил для вас серию на Аризоне RP Chandler. Очень сильно, ребятки, постарались отснять для вас интересный какой-нибудь контент, поэтому я надеюсь на вашу поддержку в виде лайка, комментария, ну и, конечно же, подписочки. Ну а я не буду затягивать с началом и переходим к видеоролику. Блять, вот это вход на Аризонку, блять, такой. Сейчас посмотрим, что тут охуенного есть такого. Бомж какой-то прыгает, блять. Непонятный нахуй. Опа-на! Сразу. Вот ты мой клиент. Ёб твою мать, два жирных петуха. Кого возьму, кого возьму? Кто пересядет, того на бутылку. А, не, сам на бутылку иди. А можно, как говорится, без бутылки садитесь. У нас сегодня такси, такси дешевое. Здравствуйте, сейчас мы второго лоха вот этого отпулим. Откуда приехали? Ну-ка рассказывайте. Из жопы жирной мамонта я приехал к вам специально в штат, чтобы стать миллионером. Мне это нравится, как говорится, я поддерживаю. Что будем делать? Вот придумайте, давайте. Что мы будем делать сегодня? Я хочу быть, что? Сука, миллионером здесь. Я хочу здесь добиться, сука, высот, нахуй. Стать самым жирным миллионером на этом сервере. Ладно. Неплохо. Что-то нажать, подожди. Тихо, бронзы, хуёнзы, голд. Голд, она у меня в нолике светится вроде. Ну крути её, голд. Ты же голд у тебя. Как её крутить? Вот эту хуйню. А, один, где стрелочка с кружусь полукругом. Да, давай. Подожди, меня в этой рулетке показывают, что может выпасть. Может выпасть 130 тысяч, 4 XP, 15 красных человечков, какая-то хуйня черная непонятная, типа гитары, 87 какой-то ебалайки, 10 какого-то порошка, блядь, опять 19 человечков и какая-то ебаная карта. Ну я думаю, что самое лучшее — это 10 закладок, так что давай. И Супер GT 90 доната вроде, ладно, кручу похуй. Вот, давай, поехали. Блять, она крутится так быстро, я нихуя не пойму, блять. Мне кто-то пиздит. Все, у нас подожди. Тут опять Максим, тихо, блядь, шкварок. Что-то выпадет сейчас мне. Что же мне выпадет, сука? Мне походу выпадет, блядь, XP. Вот чекай, блядь, мне не везет. Да, нет, не XP. Пока не XP. Крутится. Как понять, она там странно, она странно крутится, ты не поймешь. Блять, на Супер GT остановилась и уехала. Ну естественно, сейчас будет XP, блядь. Супер GT выпал. Одна штука. Нихуя, я жесткий. 5 миллионов, Вова, давай! Да, давай, 5 миллионов. Ты видишь, какие у меня тапки? Ты вообще видишь мои сандали, нахуй? Только носков не хватает под них добавить. Гуччи, я давай, опасный. Сколько стоит твой шмот, давай? Моя шляпа стоит, нахуй, 3,5 миллиарда. Короче, вот такая вот охуительная шляпа. Аллах Бабах называется. Бренд Аллах Бабах, ты заебал. Тихо. Моя футболка от ебала развалю стоит, нахуй, 3,2 ляма. Стоит такая вот футболочка, да, дешевенькая чуть-чуть. С просто... бриллиантами вижу, да? Бриллиантами. Да, да, с бриллиантами, нахуй, нарисованными. Настоящими бриллиантами, конечно же. Шорты мои называются просто, блять, черные шорты от опасного пацана. Охуительные шорты. Почем стоят? Стоят они целых 8 миллионов. Это просто нормально. По скидочке взял, а так 50% скидка была. Ну это тапки Гуччи. Вот нет, это не Гуччи, это нихуя не Гуччи, это, короче, тапки паль, нахуй. Паль, это паль, что ли? Это нет, это зеленый крокодил, короче, лакоста, нахуй, просто по скидке, блядь, 3-4 миллиона стоило, блядь. Опять тебе надо починить, ну, ключи вылезли. Бренда что-то там не видно, конечно. Ну, видимо, это рядом. Просто специально я его спрятал, чтобы бомжи, о, не отобрали. Я тебе сейчас хотел показать одну машину, чтобы ты ее заценил, тебе она понравится. Давай, я попробую сделать тест-драйв вот этого вот красного автомобиля, так я понял? Да, сейчас только я включу турбо режим, вот, чтобы сразу.
сразу понятно, может, турбо. Короче, спорт, я на... Стоп, все. Вопрос главный сразу, чтобы я перед тест-драйвом, ну, задаю вопрос сразу, да, когда беру тачки на тест-драйв. Я черный, красивый, волосатый таксист, выбираю тачку для таксования, я ее сейчас просто тест-драйвлю как надо. Я работаю на отъебись, как и все. Во-первых, вопрос, на ней можно таксовать? Ну, конечно, можно, там есть сзади место. Хорошо, наверное. Давай так осмотрим ее внешне, визуально. Ёб твою мать! Я его рот ебал. Все, а начну. Пушки нет. Короче, так, вижу сразу красивую вещь. Кто-то карбюратор, блядь, не менял. Сразу видно, нахуй, хуёвый. Свечи с зажиганием, скоро пизда. Будут, можешь выкидывать, новые покупать. Диски, диски, блядь. Я бы на таких, блядь, ездил бы всю жизнь. Правильные диски поставил, вообще красавчик. Так, что мы видим сзади? Какая-то колхозная наклейка. Какой-то турбо, какая-то хуйня. Так. Почему глушитель какой-то тонкий, блядь? Машине хуёво, блядь, пердится. Ну ладно. Надеюсь, звук хороший. Тут зато всё хорошо выходит. Хорошо. Номера, сейчас... номера блатные, зацени, блатные. Какие там номера? Сейчас глянем. От один, нахуй. Саня, типа, Саня за рулем. 40. Типа, 40 соси 40 раз, 26 раз, иди нахуй. И в Лос-Антосе можно да, отсосать. Да, и можно пойти нахуй в Лос-Антос, я понял. Ну давай, короче, так, заводи. Сейчас, подожди, карман. Я заведусь. Что-то не заводится, вот, завелась, однако, ну-ка. Ну так, едет медленно, как-то я верю, стартует что ты слабо. Не-не-не, ну ты нитро вруби и тут на прыгни. Хорошо, так, давай. Сейчас спорт будет, спорт сейчас будет. У меня потерялся нахуй капот от скорости, просто куда-то нахуй вылетел мой мотор. Мы походу едем просто нахуй от жирного веса, блять. Управляемость. Так, ладно. После пару метров проезда я хочу сказать, стоп. Нихуя она не поворачивает, то есть она, блядь, легкая пушинка. Запорожец, как у меня был первый автомобиль, Запорожец, я на нем таксовал, 40 лет оттаксовал, короче, на ходу тебе все расскажу. В общем, у него тоже такие же диски были. Это вообще, подожди, это походу мой Запорожец, да. Только он был белый цвет, его перекрасили, я тебя понял. Пупсень и пупсень, тяпсень и ляпсень. Ление! Тихо, тормози. Вы пидор. Вот мое заявление. Вот Вова, блядь, сейчас походу на бутылку присядем. Поехали. Он мне сказал, что он пидор, и это мое заявление. Все, я написал заявление. Да, что ты делаешь? Едут, за нами. Да, он стреляет. Там стреляет? Да. Ой, меня объявили в розыск. Я в розыске, брат. Ты чего? Вова, держись, на бутылку сейчас присядем, а то. Вова, у нас маленькая машина, мне кажется, мы пройдем. Да, прошли. Вот тут и остаюсь. Я тут и остаюсь, удачи тебе. Вов, давай прятаться. Да, прячемся, чего бы и нет. Блять, как так получилось? Ну все, я спрятался. Все, тихо. А ты говорил, говно машина. Ты космос, детка! Залезь. Так вот, бородатый. Как ты видишь, я уже поднялся на Аризоне. Я вот типичный игрок Аризоны. Вот посмотри, очки Ray-Ban, 7000 рублей. Кроссовки Adidas, 4000 рублей. Значит, рубашка Фред Перри. 3200 рублей купил в ЦУМе на распродаже. Шляпа Гуччи 25 тысяч рублей. И бумбокс 4 миллиона рублей купил в ЦУМе. В общем, сейчас мы поставим пацанам, посмотрим, как они тут реагируют вообще на него. Значит, что будем ставить? У нас тут есть уникальные треки под названием «Алена Даль Лапочка». Мне кажется, что этот шикарный трек должен прозвучать. Голосование! Вов, давай убегать отсюда, нам сейчас каток. Тут это торпеда была какая-то. Я пошел нахуй отсюда куда-то, пошел вдаль там куда-то. Нужно сейчас, блин, короче, лучше в машину бы сесть. Да? Я думаю, сейчас, нас под нами военная база. Маску, я маску надел, погоди, никто не палит. Ща я... Вов, давай это. Блядь. Садись, я понял, да, поехали. Да они им похуй на нас вообще, блядь. Типа, ну, зашли в... Ой, и них похуй. Что ты делаешь? Она бронированная? Вова, да, есть, да, ну, надеюсь, да. Кстати, охереть, бронированная. Да, кстати, я про это говорю, про них хуяришь, ей похуй. Стоят, мудаки. На, нахуй, ебать, все, пусть лежат под машиной. Ой, съебайся. Оба, отдыхаем. Добрый вечер, нахуй. Добрый вечер. Реально, тачки похуй. Она, блядь, не взрывается никуда. Охереть, я теперь понял, зачем я ее купил. Вов, теперь капец, короче. Мне кажется, блядь! Все, нет. Все, приплыли, нахуй. Ну, нормально. Я, говно кажется, не тонет. Вова, я не могу вылезти. Ну, говно не тонет, а говно тонет. Все, поздравляю. Че за хрена, я не могу вылезти.
Прощай, блядь. Все, нет, вылез. Я думал, все, можно тебя хоронить. Не, жив, я плыву наверх. Только надо как-то побыстрее. Да, сдохни нахуй. Не-не-не, все нормально, я жив. Надеюсь. Зато видишь, как в бумере. Ё-моё, я реально... Я реально глубоко, погоди, мне ГМ никакого нет, мне чисто. Я тебе ебальник набью. Я уже договорилась. За тобой едут, блять, последний понедельник нахуй довез. Ну вот и, ребятки, подошел к концу этот видеоролик. Надеюсь, он вам понравился, и вы поддержите меня в виде лайка, там комментария или подписочки. Ну что ж, с вами был Реневал. Всем удачки, ребятки, и всем до скорой встречи.